Ребята, всем привет! Вы смотрите канал Видеолепка, меня зовут Роман, и сегодня я слеплю новые фигурки по игре Майнкрафт. Как вы уже поняли по названию, фигурки будут по клипу Фиксая «Лук Батун». Для тех, кто ни разу не видел этот клип, ссылку на него я оставлю в описании. Сначала я слеплю лук Батун. Лук Батун – блок растения в игре Майнкрафт. Был добавлен в официальной версии 1.7.2. Лук генерируется исключительно в цветочном лесу. Лук в основном используется для декорации, также его можно поместить в цветочный горшок. Еще из него можно сделать розовый краситель. Сначала слеплю горшок, в котором будет стоять наш лук-батун. Для лепки стебля я буду использовать три оттенка зеленого пластилина. Для лепки самого цветка я буду использовать три оттенка розового пластилина. Вот такой лук-батун у меня получился. Далее я слеплю фигурку пчелобава. 7 января этого года на канале Мистер Баф вышел ролик «Новые пчелы в Майнкрафт». Автор скрестил свой скин с пчелой из игры Майнкрафт. Так появился пчелобав, гибрид пчелы и бава. В начале апреля автор канала Мистер Баф записал песню, посвященную пчелобаву. Это привело к появлению разных мемов, а зрители канала и фанаты Майнкрафт стали делать любительские видео и картинки. Внутреннюю часть фигурки пчелобава я сделал из алюминиевой фольги. Сначала слеплю туловище.
Для лепки крыльев я буду использовать белый скульптурный пластилин, а также тонкую алюминиевую проволоку. Для лепки лапок и усов я также использовал тонкую проволоку. Итак, ребята, вот такая фигурка пчела Бава у меня получилась. Далее я слеплю скин Фиксая. Для внутренней части фигурки Фиксая я буду использовать серый скульптурный пластилин. We'll be right back.
Также я решил слепить меч. Вот такой фиксай из пластилина у меня получился. Ребята, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забудьте поставить лайк, а также подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Желаю вам отличного настроения, до скорой встречи! Thank you.